Здравствуйте! Так, сегодня я буду готовить индейку. Она у меня вот уже готова. Я сейчас вам ее покажу. Я ее помыла, просушила сухим бумажным полотенцем. Сейчас я немножко отодвину и приготовлю специи для нее. Так, вот здесь у меня свежие травки. Это розмарин здесь, шалфей и тимьян. Сейчас я его нарежу, но буду резать крупненько, потому что я буду его добавлять, буду его ложить вовнутрь индейки. Вот таким кусочком порежу. Пока сейчас мы отложим. О, запах такой хороший прям. А мы это сейчас все отложим. И займемся специями. Я уже тоже подготовила. Так, все, пока откладываем. Убираем дощечечку. Так, нам понадобится пачка сливочного масла и специи. Я уже вот подготовила. Здесь у меня соль, сушеный чеснок, лук, черный перец, естественно, смесь 6 перцев. Там есть и чили, и 6 перцев, и белые, и еще и черные есть. Так, и плюс вот эти две у меня специи из России. Такой аромат добавляю везде. Они подходят, они идут как раз к курице, к индейке, к любой птице. Так, ну все. Высыпаю все. Это очень много специй. Я люблю, чтобы было много. Так, и все. Так, я буду это все смешивать только руками. Никаких перчаток я не пользуюсь. Будем все руками. Своей левой рукой. Маслица мягкая. Немножечко его погрел в микроволновке. Не буду добавлять свежую вот эту травку зеленую, потому что сверху, когда она в духовке, она горит и придает горьковатый вкус. Мне не нравится. Некоторые сверху добавляют, я все-таки лучше с ней вовнутрь. Надает хороший аромат. Так, ну все. Все смешала. И что ты гормыхаешь? Так, все специи смешала с маслом. Я думаю, это достаточно. Так, двигаем мою красоточку. Вот она какая красивая. Я ей обсушила. Все, она такая хорошенькая. Так, и мы ее просто натираем. Ничего сложного здесь нет. Можете натирать любыми своими специями, какие вам нравятся. Эта индейка жирноватая. Ну как, сочная, не жирноватая. Нет, она не жирная. Индейка вообще диетическое мясо. Можно немножечко загнать масло со специями под кожу. Но я этого делать не буду, потому что она, мясо здесь нежное. Крылышки все смажем. Вот у меня собачка пришла, тоже со мной здесь сидит. Так, ну вот. Примерно так. Самое главное сверху, потому что масло будет таять, оно будет стекать вниз. О, какие у меня ручки. Так, значит, сейчас мы высыпаем зелень в эту смесь нашу. Так, высыпала я. То есть, сейчас смешаю масло с этой зеленью. Так, еще пока. И сейчас этой смесью смажу внутри. Мы иногда добавляем апельсины, лимоны вовнутрь. Но я не буду сейчас ничего добавлять. Хочу просто вкус мяса. Потому что апельсином иногда пахнет, лимон мне не особо нравится. Муж не любит, но неважно. Я готовлю. Будет готовить, пусть и любит. Так, ну все. Обмазанное хорошо. Сейчас я ее уберу в пакет. Беру в пакет
и вынесу в гараж. У нас в гараже холодно, ну как не морозно, не мороз, ну прохладно. Мне тоже в холодильнике места нет для такой тушки огромной. И завтра поставлю в духовку. Это 325, где-то, наверное, сколько же по-русски? Это, наверное, 190 градусов на 4 часа. Ну все, завтра утречком проснусь пораньше, поставлю и покажу вам, что получилось. Вот достала я свою индеечку. Вот такая она у меня получилась. Она стояла 4 часа. У меня очень много получилось подлива. Я буду делать из нее... Сейчас муку пожарила. Буду делать как подливку. Такой грэви у нас называется. Это очень важное блюдо на столе, потому что едят и с картошкой. И стаффин. Такая хлебная начинка. Так, ну вот, вот такая у меня индейка. Сейчас буду накрывать стол. Смотрите, я сделала цветочки. Вот мои желтые розочки вот такие. Туда положила клюкву и лимончики. Интересно. Ну все, пойду накрывать стол. Вот и готов мой праздничный обед. Здесь у меня стручковый фасоль с грибочками. Традиционная картошечка пюре, индейка, стаффин, это сухарики, они бывают, кто-то сосиски добавляет, кто-то чего, мы любим только со специями, сухарики, и туда добавляешь масло, вот бульон из индейки, это традиционная еда американцев на Thanksgiving, кукуруза и спаржа. На ужин у нас уже попозже мы будем есть десерт. Ну вот и все. Пока мы будем с мужем вдвоем. Попозже подойдут дети. Очень жаль, что мы не можем собраться за большим столом всей нашей дружной, огромной семьей.